убирайте голову. Диагностировать заболевание глаз с помощью высокотехнологичного оборудования из Японии, Германии и США теперь могут специалисты Краснодарского филиала микрохирургии глаза. Там появился новый многофункциональный томограф-комбайн. С его помощью можно провести сканирование сетчатки, сосудистой оболочки и других структур глазного яблока на клеточном уровне. Еще один оптический томограф позволяет после обследования прогнозировать многие заболевания на раннем этапе и оперативно оказывать помощь. В целом в клинике имени Федорова кардинально обновили оборудование. Сейчас здесь используются уникальные для Юга России технологии офтальмохирургии. Такие как эксимерлазерные системы для восстановления зрения Wave Light 500 и фемтолазер Visumax, а также фемтосекундный лазер для хирургии катаракты Lens X. Здесь можно быстро и безболезненно вылечить катаракту, глаукому, ряд воспалительных заболеваний глаза и вернуть 100% зрение. На сегодняшний день в клинике проведено больше 35 тысяч лазерных операций. Наша клиника работает уже в регионе 27 лет, и 2014 год ознаменован был прежде всего тем, что мы все шире стали оказывать бесплатную медицинскую помощь. Причем бесплатную медицинскую офтальмологическую помощь на самом высоком уровне. Мы ее оказываем в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи, а также в рамках ОМС. А значит, это то, что элитная офтальмология доступна каждому, как на платной, так и бесплатной основе всем жителям не только Краснодарского края, но и Южного федерального округа. По словам руководства клиники, в планах на будущее максимально приблизить высококвалифицированную медицинскую помощь к населению. Получить подробную информацию можно на официальном сайте. Его адрес вы видите на экране.